Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа, по-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Я возьму только то, что он должен. Пока. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтобы виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Вот что себе думает, у меня тут розочки. Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кому тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин, и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушками. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале, в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании. Сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Хорошо, обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Прошло в порту? Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу? Да, обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Ты что, дальтоник, красный же? Кончай насиловать педаль газа! Не нервничай, я спешу. Thank you.
Ты еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозге ударила! Барбара, ты что это тут делаешь, котел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, пронеси все, сейчас. Что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу всем поздам, 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! Так, выкуси. Валим отсюда. Надо валить к черту отсюда! Ждете? Приглашение! Взять их, парни! Брайан, а как же копы? Давай, выбирайся! Стараюсь! Черт, копы! Эй, Вита, я открыл дверь! Открой меня! Я открою дверь! Подцепи этих козлов! Выдержи их еще немного! Давай, помойка, открывайся! Да, есть! Мы выбрались! Давай! Стоять! Полиция! Вам не уйти! Твою мать! Черт, снова тупик! Не хочу садиться. Покажи, на что способен. Давай! Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вон там! Стреляй! Черт! Господи, осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обделался. Дядя, брати сюда пошли, сержант. Да нахрен, столько мне не платят. Сюда, так мы выйдем на улицу. Черт, копы! Стоять, полиция, вам не уйти. Генри никогда не поверит. Идиоты. Пошли. Отвали, мусор. Я ничего не знаю. Ну, везет ирландцев. Это что за хрен? Брайан О'Нил. Двинутый ирландец. Ума нету. Работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции.
Черт, копы! Быстро в тень, скорей! Давай, давай! Не волнуйся. Давай сумку. Я заныкаю добро. Ладно, друг. Увидимся дома. Не попадись только по пути. Огонь! У нас потери! Валите, урода! Ясно.